К слову, с тех пор, как в домах активно начали устанавливать общедомовые приборы учета тепла и воды, многие собственники задумались над тем, насколько теперь необходимы внутриквартирные счетчики. Специалисты уверяют, что нужны хотя бы потому, что наличие счетчиков требует закон. Для сведения, в Ноябрьске индивидуальными приборами учета оборудованы до 80% квартир в капитальных домах и примерно 35% из числа деревьев.